В первом тайме так больше втягивались в игру, многое не получалось. И после перерыва Юрий Павлович внес некоторые коррективы. И во втором тайме более лучше действовали, и более лучше у нас взаимопонимание получалось. И то, что сказал главный тренер, тоже подкорректировали, и все было лучше. И забили больше во втором тайме. А что именно сказал Юрий Павлович, если не секрет? Ну, сказал чуть агрессивнее действовать, забегание, во фланге играть. В целом игра хорошая, мы хорошо нагрузились. Наверное, это была главная задача на сегодняшнюю игру. Ну и выиграли хорошо.